Армянский коньяк и водка премиум-класса. Все это оперативники обнаружили на складе в одной из деревень Краснокамского района. Поскольку здесь 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. При подсчете бутылок стало ясно, что алкоголь хранили в промышленных масштабах. Оперативники насчитали не менее 300 ящиков. Причем ни на одной из бутылок не было обнаружено акцизных марок. Зато в карманах у продавцов насчитали не 1000 рублей. Водку откуда берете? Привозим сами. Откуда? Из Казахстана. Из Казахстана? Вы индивидуальным предпринимателем являетесь? Нет. А что водку продаете? Самим тоже дали, чтобы. А? Капросом тем кто-то продал. Ну. Знакомые, да. Оперативники предполагают, что водка с этого склада реализовывалась в Нефтекамске с июня текущего года. Не исключено, что за 4 месяца работы горе-бизнесмены заработали немало денег. Ведь покупали и продавали водку они по невероятной цене. Если она приобреталась в Казахстане из расчета, в перерасчете на деньги Республики Казахстан тенге и на наши, то 30 рублей. Здесь она реализовывалась по стоимости 100 рублей за одну бутылку. Это водка и 200 рублей бутылка коньяка. Сейчас оперативники выясняют все детали произошедшего. Они также обращаются к нефтекамцам, которые, возможно, пострадали в результате реализации этой продукции и просят сообщать о произошедшем по телефонам 2-17-83 и 2-25-95. Лариса Миронова, Денис Кузнецов. Информационная программа «Время новостей».